Номер лота 0286, мотоцикл Yamaha R6. Контрольный видеомотоцикл перед разбором и упаковка. Так, зеркала целенькие, родные, все хорошо. Ветровое стекло все целое. Фары передние целые, не ломаны. Менины диодные поворотники установлены. Переднее крыло также целое, все абсолютно. Так, вилочка под замену пыльников. Само зеркало в хорошем состоянии, радиатор сотый целый. Передняя покрышка на троечку. Тормозной диск 1-2 ровный. Немножко подокислились болты, но это ничего в принципе страшного. Колодок вроде 60% в остатке. Пластик весь целый, не ломанный нигде. Все хорошо. Тут вот слайдер стоял, пострадал. Но пластик, в принципе, целый. Ну, здесь небольшая вмятинка есть на пластике. В остальном все хорошо. Рычаги целые. Здесь все целое. Бак без вмятин с этой стороны. Целенький, ровненький. Сидушка водительская целая. Пассажирская вот с таким вот недочетом. Под перешивочку. Задний пластик целый, не ломанный. Такая банка стоит мененная. Задняя покрышка новая стоит. Задний хвост убран, такое вот крепление под номер. Также задние поворотники в комплект, передний стоп-сигнал диодный целый. Есть небольшие потертости на углах. Но пластик весь целый, нигде не ломанный, все с ним хорошо. На баке с этой стороны есть незначительная вмятинка, такая небольшая, еле заметная. Подножки, лапки все целые. Звезда довольно в хорошем состоянии. Цепь желательно обслужить, либо поменять. Есть под подкат подстав, чтобы подкат поставить, слайдер на двигателе, практически без потертостей. Здесь небольшой слайдерок. По пластику, в принципе, все целое. По пробегу мотоцикла данного 64 тысячи. Готовим его к отправке.